Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Мы в прямом эфире. С вами Алина Марычева. Здравствуйте. И сначала вернемся к трагедии, которая случилась в Ивановском районе. Днем во вторник в лесу рядом с деревней Поталицы упал военно-транспортный самолет Ил-76. Через несколько минут после взлета на северном аэродроме у него загорелся один из двигателей. Экипаж попытался совершить аварийную посадку, но немного не дотянул до посадочной полосы. Судно удалось увести от жилых домов. Самолет рухнул рядом с Богородским кладбищем. На борту были 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Не выжил никто. На борту были летчики из Оренбургской и Тверской областей. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили губернаторы этих регионов. А мэр Оренбурга уточнил, 5 были летчиками 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации. Несколько федеральных СМИ опубликовали имена погибших. Известно, что командиром воздушного судна был 53-летний пилот Сергей, уроженец Твери. Он окончил Суворовское военное училище и Тамбовское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Расковы. Последние годы летчик проживал в Оренбурге вместе с женой и 2 детьми. Вторым пилотом был 33-летний Махмуд. Сообщается, что еще год назад офицер мог уйти на пенсию, но остался в ВКС. Также известно, что командир из приемной семьи окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище. В 2016 году мужчина геройски посадил самолет Ан-12 с 2 отказавшими двигателями. За свой подвиг получил несколько наград, в том числе медаль Нестерова. У летчика остались жена и маленький сын. Сейчас на экране кадры с места катастрофы. Там продолжают работать эксперты и экстренные службы. В некоторых источниках говорится, что на борту было не 15 человек, а 16. Один пассажир не зарегистрированный. Однако официальных подтверждений этой информации нет.